Руководитель межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 22 по Московской области Алексей Бородачев приветствует всех участников праздничной встречи. В зале сотрудники инспекции, главы поселений, священнослужители, а также исполняющие обязанности руководителя администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова. У меня сегодня миссия от главы Одинцовского муниципального района поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам здоровья, счастья, успехов. Ну и пожелать нам хорошей совместной работы. Специалистам, отличившимся в работе, руководитель администрации вручает почетные грамоты главы района Андрея Иванова. Среди тех, кто отмечен в профессиональный праздник, и начальники отделов, и специалисты, немало молодежи. Одинцовская налоговая инспекция – крепкая и слаженная команда. Задача непростая – это обеспечение поступления денежных средств всех уровней бюджета на нашей территории. И та ответственность, которая стоит перед нами, мы все ее чувствуем, и коллектив настроен на то, чтобы решать поставленные задачи, как бы тяжело ни было. Знаком отличия почетный работник налоговой службы награждена Маргарита Зимовец, начальник аналитического отдела. Благодарственные письма правительства Московской области за безупречную службу и отличную работу вручаются ведущим специалистам. Поздравить налоговых инспекторов с праздником прибыли главы городских и сельских поселений района. Сегодня прозвучало много добрых слов, но я знаю, что в вашей работе есть частичка труда каждого сидящего в этом зале. Поэтому низкий вам поклон и большое спасибо. Счастья вам, здоровья и удачи, чтобы она никогда не оставляла ни вас, ни вашей семьи. В 2017 году одинцовскими инспекторами налоговой службы была проведена обширная работа по общению с должниками. Поступления в районный бюджет увеличились на 650 миллионов, в том числе благодаря действиям комиссии по урегулированию задолженностей. В свой профессиональный праздник представители инспекции услышали немало теплых слов, но главным в их работе остается доверие граждан. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».